Привет, Страж. Меня зовут Джонни Лейни, и этим видео я дополняю предыдущее. Я вынужден это сделать, потому что заметил одну важную деталь, которую упускает большинство недовольных игроков. Большинство комментариев сводит мысль к тому, что Bungie исправляют и дополняют игру теми фишками, что должны были быть на старте, за дополнительную плату, что все улучшения происходят за деньги игроков, что игру делают лучше за деньги игроков, но это абсолютно ошибочно, и я не понимаю, почему это все упускают. Так что посмотрите видео и поделитесь им с друзьями, которые ливнули из игры или без остановки кричат о том, что их обкрадывают. Итак, игра будет исправлена бесплатно для всех. Сейчас объясню. Рандомные роллы оружия, новая система вооружения, новые моды, быстрые игры в горнило 6x6, постоянный режим стычка, текстовый клан-чат и многое другое. Для всего этого вам не нужно ничего покупать. Это ключевые изменения сэндбокса, которые касаются всей игры и всех игроков. Нельзя для того, кто заплатил, включить новую систему оружия и позволить пользоваться ей против тех, кто не купил отвергнутых. Все, что вы видите в списке патча 2.0.0, это общие изменения. 4 сентября вы обновите игру бесплатно и получите все эти нововведения. Бесплатно. При условии, если у вас уже есть текущие два DLC, Военный Разум и Проклятие Осириса, разумеется. На полные комплекты, кстати, сейчас крутые скидосы. Так что если вы недовольны играми горнила 4x4, если отсутствие нормальной системы слотов оружия и перков вас бесит, и вы отказываетесь от игры от того, что этого не хватает, ждите сентября, игра будет исправлена. И если вам понравится Destiny 2 в том виде, в котором она предстанет перед нами, покупайте дополнение «Отвергнутые», добавив тем самым новые локации, новый рейд, врагов, персонажей, новый уровень силы в конце концов. Я должен был сказать об этом в предыдущем видео, но не думал, что столь большое количество игроков упускает это, а в комментариях только и видно. Это полное говно, что мне приходится платить дополнительную цену игры, чтобы игра исправилась. Вам не придется, игру починят без ваших дополнительных денег. Это вы уже решите потом, достаточно ли вас удовлетворяют изменения в игре, чтобы продолжить играть и купить еще пачку контента. Так что, пожалуйста, запомните это, поделитесь этой инфой, скиньте видос своему клану, друзьям, потому что это важно понимать, а я вижу, что большая часть только и кричит о распиленном контенте на оверпрайс куски. Ждите сентября, пробуйте изменения и делайте вывод о покупке уже после. Спасибо за просмотр, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и еще раз поделиться видео. Пока!